Всем привет, друзья и гости канала. Мы продолжаем с вами проходить игру, созданную в бездне. И, наконец-то, нормальный русификатор с нормальным шрифтом. Достаточно давно он вышел, долго я этот русификатор ждал. И вот, наконец-то, дождался. Нам не придется теперь читать кривой шрифт, путаться в словах. Короче, поехали. Ну да. Достаточно давно, как вы видите, я в эту игру не заходил, так как не было времени. Но теперь время появилось. Вот, я помню, друзья... Так, красный какой-то там яд. Я помню, что мы взяли второстепенное задание, чтобы принести что-то там к алтарю какому-то там. Ну, конечно, конечно, перегруз. Перегруз. Как непривычно с нормальным текстом. Господи. Так, белочка, не бейте меня. Так, у нас есть кирка, у нас есть почтовые шары. Нам нужно к ветряным мельницам. Нам, друзья, нужно к ветряным мельницам. И там, насколько я помню, красный пожиратель. Да, господи, как непривычно с таким вот адекватным текстом. Мы с вами прошлое прохождение, но мы с вами почти все прохождение играли на кривом шрифте. Сейчас же абсолютно все хорошо, мне нравится. Еще не забываем, что у нашего персонажа есть умение. Вот, умение у нашего персонажа есть. Которые нужно прокачивать. Да, слезь. Которые нужно прокачивать. И эти умения, навыки. Так. У меня со мной тут рядом кот снимает тоже серию. Так, битва, пещерный рейд, создание. Мы пока что все прокачали на красный свисток. Абсолютно все. Дальше нам нужно получить синий свисток, собственно говоря, чтобы открывать дальше какие-то умения. 13 уровень у нас. Надеюсь, что мы прокачаемся. Вот, со мной реально, чтобы понимали, кот спит в ногах, записывает со мной серию. Да, Джерри? Да, Джерри теперь у меня будет на ютубе. Так, продолжаем. Нам надо попасть к ветряным мельницам, но я помню, что там нам не давал красный пожиратель вроде. Так, на белочек мы не тратимся. Мы не тратимся на белочек. У нас же, друзья, есть еще само это. Так, вот он, красный пожиратель. Как нам его обойти, друзья? Да, ты издеваешься. Так, давайте, наверное, мы где-то здесь и сохранимся сейчас. Так, а сохранимся мы, я думаю, сюда же. Перепишем сохран. Нам нужно сейчас подумать, как обойти красного пожирателя, так как... Так, раз-раз. Так как красный пожиратель у нас очень сильно дамажит. Мы это проверили в прошлой серии. Пробовали как-то ударить красного пожирателя, и в итоге у нас ничего не вышло. Так, вот он. Друзья, он нас заметит, нам нужно как-то его обойти.
краю. Он нас заметил. Ну, нормально, он нас в основном не заметил. Его бы задамажить чем-то, но чем? Так, ну, это уже хорошо, что мы обошли вот эти вот. Главное, чтобы он сейчас не пошел за мной. Так, у меня есть яблочки. Давайте немножко восстановим хпшку. Так, добро. Сейчас мы, значит, спустимся к ветряным мельницам. Опа-на, рюкзак! Друзья, пистолет! Вы сейчас охренеете. Это реально пистолет. Так, как посмотреть? Одноствольное огнестрельное оружие. Так, друзья, ну пока я им не хочу пользоваться, но мы еще и лук с вами подобрали. Голубое небо. Лук распространен на орки. Слушайте, это прям прекрасно. У нас есть пистолет, пистолет без. Плюс у нас есть лук. Нормально так. Так, мангалистый холм, да, я это помню прекрасно. Так, и здесь. Сюда нам нужно. Так, а что мы можем вообще приготовить? Мы можем... Опа! Мы восстановили хпшку. Так, надеюсь, у нас не так же, ну, веревок нормально, полно. Нет, не полно. Оружие. Может, нам уже пора, друзья, выдать синий цветок? Веревки нет. Откуда мы начнем? А, прекрасно. Ну, друзья. Не то. Я просрал. Ладно. Так, у нас есть, друзья, в принципе, вот это.
Сейчас восстановим хп. Да, хп-шки, конечно, мало. Ну а, друзья, другого выхода у нас, в принципе, нет. И не было. Создание. Мясо зверя, мясо рыбы. Друзья, это же нам еще надо будет и подняться, я так полагаю, да? Нам надо будет самим подниматься, да? Ветряная мельница. Так, ну в любом случае автосохранение было, да? Автосохранение, да, автосохранка была. Опа! Да. Так, а, ну в любом случае даже сюда. Помещает реликвию. И шепчет за пещерного рейдера, который погиб здесь жизнью. После молитвы прошло время вернуться в приют Бельчера. А, уже вернулись. Сейчас самое время для этого квеста, да? Да. Вы закончили размещать реликвию там внизу? Whoever put up that request must have really loved her husband. Тот, кто выдвинул эту просьбу. Тот, кто дал эту просьбу, должно быть действительно любил ее мужа. Она появляется каждый год. Я слышал, это продолжается почти 20 лет. Позвольте мне дать вам награду. Ух. Так, и теперь основное задание. Основное задание у нас где? А, это не основное. Не-не-не-не-не, как закрыть? I need your help. Привет, ты. Мне нужна ваша помощь. Я бы хотела... А. Я... А, это ей надо блюдо сказать какие. Так, приют Бельчер. Это нам, вы хотите сказать, открыли, типа, открытый мир, да? Или, друзья, куда нам? А куда, собственно говоря? Нам открыли открытый мир, типа, ну, можно идти к ночи. Комната Рик, комната Дороти. С вами поговорить? О! Честно говоря, моя цель состоит в том, чтобы лидер похвалил меня на отличную работу. Итак, в следующий раз хочу попробовать более сложную миссию. А, с вами можно поговорить. Честно говоря, я никогда не встречала Рика. Я хочу быть легендой, как Рика. А, это с ними можно поговорить. А что, собственно говоря, нам делать? Я помню, что нам говорили какую-то рыбу поймать или что-то такое. И у нас на данный момент квест. Удалить отсюда птичье яйцо. А! А, всё, вспомнил.
Это да. Ну побежали, побежали. Птички, яйцо. А это на... А это на каком уровне-то? Скажите мне, пожалуйста. Это там аж в самом низу или где? Я что-то не пойму. Вот эти задания, друзья, порой без подсказок меня иногда, не знаю, добивают. Когда ты толком не знаешь... всю бездну, тут же, это же не по сюжету аниме, тут же, ну, Рек и Рико в аниме не исследовали прям всю бездну. Так, а мне интересно, друзья, когда нам дадут синий цветок, у нас есть доступные очки характеристики. Ой, доступные навыки у нас есть. Мы-то, друзья, уже все с вами вкачали. Так, а нам вообще куда? Сейчас опять будем лазить непонятно куда и зачем, да? Сломанный шар. Давайте мы его сразу сделаем, починим. Предметы. Красный свисток, компас. Самодельная веревка. Так, мне, друзья, интересно, куда нам вообще идти хоть? Куда игра хочет, чтобы мы пошли? Гондола водопада, допустим. Большому мосту. Так, на втором уровне мы не были. А, нам на гондолу вода. Или нет, нам показывают, где мы. Ничего не понимаю. Так, лады, попробуем сейчас разобраться, друзья. Если что, буду искать гайды в Ютубе. Так как опять ничего не сделать толком, мне это не очень нравится. Каменный ковчег. Так, а нам вообще-то куда? О, можем вертеть нашего персонажа, давай. Сейчас, друзья, просто получится так, что мы... Мы в итоге пустое время сейчас потратим и все. Ну, допустим, могу уклоняться, давай.
Нет, вы чего? Вот. Давай резче. Отлично, сейчас еще босса завалим. Подходи. Подходи, давай сюда. Так, а у нас не поесть нечего, да, в итоге? Винк. А зачем ты эту газовую спору используешь? Она восстанавливает якобы здоровье. А, да, она восстанавливает ХП. Ну, друзья, хоть боссы с вами победили, уже хорошо. Так, прыгающая скала. Соберите необходимые ингредиенты для еды. Да. Где же я вам эти необходимые ингредиенты соберу? Мне вот просто интересно. Это мне что ли вообще куда-то на СМИ? Птичье яйцо. Птичье яйцо. Так, ну давайте, друзья, спускаться вниз, что ли, попробуем. Я, конечно, не представляю, где можно птичье яйцо. Найти, но посмотрим. Надеюсь, я хоть, друзья, сюда иду. Вот, и если что, друзья, я хотел попробовать бы с пистолета пострелять. Как он себя вообще поведет, этот самый пистолет? Так, здесь мы были с Иарой нашей. Здесь мы были с нашим Иарой.
Я пока что не представляю, друзья, куда нам надо идти. Так, статус мне нужно... Создание... А мы без веревки, то, друзья, сюда не поднимемся. Нам нужна веревка. У нас здесь нет веревки. Вот это да. Так, друзья, предлагаю я, значит... Нам быстренько что, помереть? Помереть нам быстро и вот так. И закупиться, друзья, магазин снабжения, закупиться всем нужным. Купить. Веревочку, пожалуйста. Удочка, мне нужна веревка. $500. Давай мы тебе еще продадим, знаешь чего, я там... Так, кость дикого животного. Нет, оставь. Не мазаши. Что? Take a look if you're in... it's you. А, это вы? Купить? У тебя можно что-то купить? Ух ты ж. $3000. Это фонарь, да? Так, ну я чувствую, мы... А мы тебе что-то можем продать? If you're interested in foreign... Магазин Лаки. Welcome, welcome. Так, ладно, ну... В теории, друзья, в теории... У нас сейчас задача стоит выполнить условия птичье яйцо. Соберите ингредиенты, необходимые для еды. У нас две веревки, друзья, есть, так что
Welcome. See you soon. Так, ладно, отправляемся, друзья. Отправиться. Поехали. Вот, теперь мы во всеоружии. Только, друзья, только. Я сразу хочу пистолет поставить рядом с киркой вот сюда. Далее. А, ну, в принципе, все. Как он хочет выглядеть. Так, пистолет стреляет быстро. Движемся снарядами, что позволяет приводить атаки на большие расстояния. Выполнение атаки с огнестрельного оружия исходуют пули. Так, ну я пока, друзья, буду пользоваться киркой, ибо пока с пистолета не готов стрелять. Да, чувствуем мы это с вами. А! Еще что. Сломанный почтовый шар. А где те, которые я создавал? Предметы. Что там еще было? Стрела, пуля. Обычные пули. 120 урон. Ну, слушайте, друзья, я чувствую, здесь можно прям так раскачаться, накачаться. Да, это, да не хочу. Так, друзья, куда нам нужно? Нам, в теории, нужно... Нам в теории нужно вроде бы куда-то сюда. Еще один почтовый шар вижу. Пока что я не понимаю, что вообще происходит. Я насобираю, друзья, много, чтобы самим потом делать веревки. Потому что веревка стоит 500. Так, попробую-ка, друзья, я сюда. Вот, если нет, ну, тогда в следующей серии уже будем... конкретно двигаться. Вот просто реально без понятия пока что, куда нам идти, куда игра хочет, чтобы мы пошли. Не надо, девочка. Так, это где были рэкирисы, да? Калибка, это, птичка. Вы тоже. Характер.
Так, давайте порыбачим. Рыба делом. Да я хочу ту белую рыбу поймать. Вторая. Дай мне нормальную рыбу поймать. Белую. Ладно, с вами еще сюда закину поближе к вам. Вот. Так, что так тяжело-то? Так, птичье яйцо. Откуда? Стоп, откуда птичье яйцо, друзья? Ничего не понимаю. Откуда я собрал птичье яйцо? Так, у меня перегруз. Так, ладно. Найдено в гнездах первобытных птиц. В гнездах первобытных птиц? Так, давайте тогда приготовим еду. Эх, я бы вот это сделал. Легендарное блюдо Рико. Найдено в гнездах первобытных птиц. Хорошо, а где эти самые гнезда первобытных птиц? Я понимаю, что это на этом уровне где-то, но... Так, ну хорошо, давайте мы тогда здесь все облетаем. Мне сделать сейчас не уйдет. Так, друзья, ну одно яйцо мы нашли, это уже хорошо. Так, мы можем теперь сделать предметы. Берем. Не надо меня бить. Так, и что мы еще можем сделать? Так, и наконечник для стрелы, да? Мы это можем еще сделать. Сделаем 7 пока что. Все.
Лады. Что ж, я пока не менее понял, что это на этом уровне уже. Так, давайте мы как-то сохранимся. Я единственное понял, что это на этом уровне. Так, зачем я дерево потратил? А, нет, а так можно же. Нормально паркурщик такой, паркурщик я. Опа. А, наверное, надо этих калибри убивать, да? Птичья мясо. Или нет? Или не надо их тут убивать, это как калибри. Ничего. Будет большому мосту. Нет, это не интересно. Нам здесь нужно найти какие-то яйца. Птичьи. Не, кроме птичьего мяса, ничего больше для меня. Лады, тогда нам нужно искать эти... птичьи гнезда. А где находятся эти птичьи гнезда? Птичьи его знает. Так, я знаю, что нам пора переключить как-то. Так, калибри, иди ты, знаешь куда. Не буду тебя демонтировать, ты бесполезный. Так, перекусить. И мы можем есть. А мы можем мясо хвоста нам? Окей, нам надо еще белочку уработать там. Вот такая, считайте, водная будет серия, это победнее. Я думал, что мы сегодня прям продвинемся по сюжету, но как оказалось, что мы особо так не продвинемся. Так, сейчас сделаем.
А мне интересно, эти птицы что-то вообще делают? Ну, они меня дамажат вообще или нет? Так, ну смотрите, друзья, что нам значит пишут? Найдено в гнездах первобытных животных. В гнездах первобытных животных. Вопрос, где эти самые гнезда? Может, мы не туда, друзья, пошли? Ой, почему так сложно-то? Не надо меня своей пальцой обойти. Так, друзья, по факту птицы летают же на этом уровне, да? Вот я вижу, тут много этих птиц. И, соответственно, где-то надо взять эти яйца вверху. Дальше, наконец, мои кирки придет скоро. Ой, чувствую, конец скоро моей кирки. Вот этот прям, да. Так, ладно, друзья, давайте мы сейчас сохранимся. Вот, сохранимся, и на этом на сегодня мы закончим. Вот, продолжим, значит, мы в следующей серии. Разберемся, где эти гнезда находятся, где все. Нет, друзья, ну в теории, смотрите. В теории я думаю, что... Мы с вами, кстати, полностью первый уровень бездны исследовали. Кстати. Я думаю, что это все же это. На. Так, ну каменный ковчег нет, что это, думаю, путь к большому мосту. Вот здесь. Ибо здесь. Ибо на этом уровне, где мы сейчас находимся, Twin Falls. Но я думаю, что скорее всего на Twin Falls надо будет облазить каждый камушек и вообще, если честно, посмотреть, где эти яйца понаходить, так как я реально не знаю, где они. Вот это вот я первое, я тут, да, отстаньте вы уже от меня, постоянно. Раз. Подходи. Два. Все. Отвалите. Настырный. А, вот. Вообще, друзья, я думаю, что где-то на этом уровне, так как мы с вами где-то его здесь подобрали. Птичье яйцо. Не знаю, не знаю. В любом, друзья, случае, на этом все. Всем огромное за внимание. Всем удачи. Всем пока. До новых встреч. Встретимся с вами в следующей серии. Всем удачи и всем пока.